Дорогие луганчане, земляки, товарищи, поздравляю вас с нашим праздником, с пятой годовщиной, с первым юбилеем начала нашей Донбасской революции. 5 лет назад, 6 апреля 2014 года, восставший народ Луганщины захватил здание СБУ, и с этого, в принципе, все и началось. Началась история совершенно отдельно от истории так называемой Украины, история нашей независимой Луганщины, Луганской Народной Республики. Всех причастных, всех помнящих, поздравляю с этим светлым праздником, который, несмотря ни на что, всегда останется нашим. Нашим праздником, началом нашей революции. Новороссия forever! Здравствуйте, дорогие луганчане! Поздравляю вас с праздником, пятилетием взятия СБУ. Те, кто был со мной, с кем я была, я всех помню. И кто меня помнит, большое спасибо. Так что здоровья вам, благополучия и всего земного, что можно хорошего пожелать. Я вас всех люблю и помню. Поздравляю с праздником нашей республики ЛНР. Желаем, чтобы она продолжала жить, и все жертвы были не напрасны. Я считаю, обязательно надо верить в будущее ЛНР и жить по законам совести. Вышла моя книга новая «Жизнь, как она есть», вся избранная проза, ну там откинулась, под редакцией Владимира Казимирова. Я очень уважаю этого человека, умного, мудрого, прекрасного, поэтому всегда я доверяю ему редакцию своих книг в последнее время.